Актриса, без которой невозможно представить отечественный кинематограф. Почему вы так со мной разговариваете? Вы сами тля? По-чеховски остроумная. Мусоров на вас нету. Признанный мастер трагикомедийного жанра. А может, проституткой стать? Временно. Она не боится быть разной, отстаивать свои принципы. Подавись ты, ведь милосердием вашим! И оставаться верной себе. Здесь что, еще юрист есть? К юбилею Лии Ахеджаковой. 9 июля. Небеса обетованные и старые клячи. На русском «Иллюзионе».